Всем привет! Остался у нас рапс. Последнее поле, мы его убираем сегодня. Последние дни теплого, начало осени. Радует погода. По прогнозам и дальше дожди пойдут. Так что погода дает нынче убирать. Вот такая масса рапс. Вот он. Комбайн идет довольно так и тихо. Масса для него это с измельчителем. Ну что, прет? Есть, нет? Так уже нормально? А сколько проехал? Круг проехал, да? Ну идет, да, раз-то. Идет так, много это там. Сами семена зеленые. Да, и ждать уже некогда уже. Все, дожди пойдут скоро. Что, нормально пропускает? Барабан ничего не бьет? Питанка, да? Ладно, почта масса, да? Мусора много, да? Горняков. Ладно, закончишь, наверное, сегодня? Вроде мало, а ездить такая греет. Я думал, не много вообще, еще легко думает. Так вот. Такие солярки не заходят, я полбака. Да хватит, ма. Есть, не хватит, нет. Посмотрим и доужинаем, если что наберем. Одна зеленка. Да. Это уже Отава, Юра. Это Отава уже идет. Понимаешь? Это натуральная каша. Как ты его? Конечно. А туда тоже каша идет, бункер? Да. Вроде нет. Ну-ка, пошли в бункер посмотрим. Это уже Отава идет. Выходит, она все сзади выходит. Смотри, сколько семена-то. Да, это с Отавой вылазит он. То, что вот Отава идет уже. Вот эта зеленка, да? Вон у рапса Отава идет, понимаешь? Тома, вон. Вон зеленка, это Отава.
Надо было его давно убирать уже. Это второй уже поход. Конечно, это уже отава ладит, и вот и не дает. Только вон тут открой. Да и тут вон можно увидеть, если что. Рохот, наверное, все забил уже. Блин, я не думал, что такая клетня будет. Я тебе вчера говорил, Юра, ты куда поехал? Ого, смотри, что на как вот это-то? Все чистенько было, блин. Это у нас после барабана идет, да? Да? Вон домолот это или что? Смотри, сколько тимьян уходит назад. Это домолот. Это домолот поднял, да? Да, домолот поднял. А она дальше не идет. Понимаешь, не? Что, пробуем, что ли? Что мы там такое набрали, да? Точнее, ты. Что набрал? Не знаю, что набрали. Что-то идет вроде. Он осталось, смотри. Почему-то. Отъезжай назад! Доктор!